Доброе утро! Я только начала снимать, потому что телефон был, память была полная. Так, дети тут складывают дрова. Здрасте. Вот это вы, я вот это был 15 минут, вы ничего не сделали. Уточку, что пахнет? Это как, что это за рыба? Сейчас будем уточку резать. Нам сказали с него сварить бешбармак, но мы, наверное, не попробуем, да? Съедим так. У нас обедик. Кабачковую икру дети утром открывали. Я еще им тоже с утра делала тосты. У них были тосты с кабачковой икрой. Вот утку тут сижу, я прям так красиво ее порезал. Прям вообще сметанка. И борщик доедаем на обед. Сейчас дети придут. Смотрим, смотрим. Петрушку смотрим. И смотрим Бровченко. Вон, уже у Бровченко мам снег, представляешь? А мы петрушку вяжем. А вы ремонт затеяли. Мама же снег у людей. А вы только ремонт хотите делать. Сейчас жду Антоху. Поедем на танцы. Как же хорошо. На улице сегодня теплышко. Прям очень даже. Хотя вчера я мерзла. Прям очень даже. А сегодня прям красота. Яблочки уже надо убирать. Хочется мне собрать их, сделать еще зефира. Лавандового. Сержуне он вообще не понравился. А мне очень-очень. Такой прям необычный вкус. Вот лавандовый точно в магазине не купишь. Так что нужно сорвать яблоки. Нужно здесь покосить уже. В этом году, наверное, последний раз травку. Все здесь убрать, игрушки все собрать, перебрать. Пока было полчаса, у меня обычно бывает такое, что бах, я смотрю полчаса там до чего-то, там до танцев или до карате. Села в телефон, думаю, блин, я ничего не успею сделать, ну что это, полчаса. Вот, и сегодня прям раковину, унитаз, ванну, хорошо прям все вымыла, перебрала там кучу-кучу игрушек. Потому что в этой коробушке... где в ванной, там столько их уже и сломанных, уже старых, я не помню, когда, с какого века они там копятся, но, в общем, все перебрала, теперь детей там совсем мало игрушек осталось, ну, вот Афонька и Антоха еще до сих пор бывает, что играют. Слышите, у нас тут самолетики. Травка какая. Это уже прям осенняя трава. Я уже к забору привыкла, все отлично, он мне даже нравится. Вот, тут розочки вовсю расцветают. Палисадник я, кстати, немного привела в божеский вид. Ну, вот там чуть осталось. И розочки прям на закате. Очень. Она осень красивая какая. Еще и пахнет. И вот... И вот еще третья тоже. Так тут еще бутончиков столько. Будут тоже розочки. Если успеют, вроде бы тепло пока передают. И прям осенью такие вообще бутоны плотные. Такие прям мясистые. Пойдем, можно уже, да, переходить? Антошка на танцы. Ты сам зайдешь? Хочешь, ты со мной. Ну пошли, зайдем. Ну просто здесь мало машин. Ну пошли, да. Так, купила порошок. Что еще купила? Китикет. Это коту. Китикет. Угу. Это собаке. Так, хотела еще купить шампунь, что-то я про него забыла. Зубную пасту и зубную щетку Сержуне куда-то он свою потерял. Вообще она куда-то пропала. Так, Гриш, вот это сразу под навес собакам вынеси. Просто мы сразу уже Рекса выпустим. Это все, а? Давай, сразу выпусти Рекса. Все, отдай. Выпусти. Угу. Вот. И зубную пасту. Сейчас нет, вот эту доделаем. Ура, вымыла раковину наконец-то сегодня.
Здесь совсем чуть. Вот это вообще мне кокосовое по вкусу. Вот привыкла уже к мятной. Кокосовое для меня немного странновато. Мне нравится. Тебе нравится по вкусу? Мне нравится. Ну, тогда ее в Пятерочке покупали. Так, вот это в мусорку. Сейчас я папе сразу открою щеточку. Вот такая интересная щетка. Какой-то формы такой интересный, еще и с дырочкой. Где? Посередине. Ага. Все, ставь папе. Так, ставь папе щетку. То же самое, что чистить, наверное. Вот здесь нитка вот так натягивается. Я сделала салатик. Родня нас еще угостила вот такой вот капусточкой. Будем тоже на ужин пробовать. Знаете, что придумала? Придумала разогреть ужин в мультиварке. Поставила на режим подогрев, так как у меня здесь перловка с уткой, и она готовилась вчера в мультиварке. И думаю, блин, как она тут разогреется, не знаю. В общем, жду уже 18 минут. Так, будем сейчас ужинать. Женя приехал, купил еще вот такую вот рыбку. Я забыла, как она называется. Как она называется, Сержуня? Рыбка. Хамса, да? Вот. Точно. Вот, чего-то ему захотелось. Я еще сделала салатик, а ему рыбку хотелось. Голову отрываешь и все, остальное все ешь. Папа быстро почистил. Оторвал голову. Ты вилочки все, мы папе, хорошо, Антош? Ешь, ешь. Папе, себе и Грише. И тебе. Мне есть. Что это за буква? Че. 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 Где он? Дом. Дом. Д. Дом. Ра. Че. Ва. Это фамилия такая, Домрачева. А, у нее фамилия такая. Алла. Где? Вот. Ал. Ал. Здесь одно надо читать. Ну, посмотри. Ал. Ал. А дальше? Ты смотришь следующую? Али. Али. Алиса. Да. Ее зовут Алиса. Ага. В. Это мы тут на комментарии отвечаем. В. С. Т. В. С. Т. Ра. Ра. Ан. Е. Сестра Анна. В стране. Что в стране? Алиса. Да. Я не знаю, вы заметили, но мы теперь отвечаем на комментарии. Я отвечаю. Я читаю. Да, Антоха читает. Сейчас будем фоткаться, да? Угу. Потом будем танец мой. Я тут наделала пряников к Дню Матери. Вот такие вот. Такие вот будут в маленьких коробочках. Вот, вот этот сделала просто. Не знаю, еще не придумала, куда. Вот, так что завтра буду упаковывать, фотографировать. Все вам покажу. Я тут на ночь супа наварила. Сейчас перчатки сниму. Вот, что хотела сказать. Суп с фрикадельками. Здесь фрикадельки из... утиной грудки. Я ее перемолола. И рисовый суп с фрикадельками. Здесь компот. Все это остывает до завтра. Вот горячущее. Могу прям любую с пряниками. Вот эти вот ромашки мне очень нравятся. Я прям балдею. Все, закрываю. Пусть все высыхает. Завтра будем фотографироваться. И у нас уже 1:30. Я иду спать. Безумно счастлива. Потому что у меня есть пряники. Честно, я даже сижу, не говорю. Я... с таким удовольствием не сплю до часа, до двух. Даже самой странно, хотя очень люблю поспать, но вот с утра буду отсыпаться. Вот. Что еще хотела сказать, что каникулы у детей продлеваются еще на 3 дня. Для меня это шок. Я как бы немножко в шоке, и сижу не вообще тоже в шоке от того, что это же все потом детям наверстывать. И, скорее всего, новогодние каникулы, те, когда...
явно люди ходят в гости, планируют какие-то маленькие семейные путешествия. В общем, как-то странно. В школе сейчас мы же ходим на карате, все раздолбано, везде строительный мусор, ну вот в этом крыле, да, где делают туалеты. Ой. В общем, это какой-то атас. Я даже на улице смотрю, там выкинуто столько стройматериала. Я не знаю, когда все это доделается так, чтобы это было сделано прилично. Ну, что они делали целое лето. Понятно, что это когда выделились деньги, там все эти дела, но в середине учебного года это, конечно, жестко. Дети вроде бы, конечно, радуются, это круто, каникулы, не ходить в школу, но приходится тогда родителям заставлять их писать, читать. Так что, в общем, как-то так. Вот. На сегодня все. Всем до завтра. Огромное спасибо, что пишете комментарии. Я, кстати, да, и в Инстаграм читаю, то подлиннее влоги. Я не знаю, когда мне получится их снимать подлиннее, потому что вот сегодня мы вязали зелень, завтра тоже будем вязать. В воскресенье нам ехать в Ростов. Соревнования по карате на целый день. Хочется в Ростов, знаете, просто посмотреть город. Он тоже большой, тоже красивый. Хочется, но я понимаю, что мы увидим только, как там, улицу 26 июня, по-моему, или июля, как там она называется, ну, такое интересное название, да, вот на этой улице спортом комплекс какой-то детско-юношеской спортивной школы, по-моему, номер 13, ну, я не уверена, вот, и там вот мы увидим только стены этого спорткомплекса, и все. Ну, в общем, посмотрим, что это будет.